Все снято. Теперь уже точно могут сказать голливудские звезды. Об их самом сокровенном узнали миллионы пользователей интернета. Хакер выложил в сеть обнаженные фотографии знаменитостей. Среди прочих оказались Кирстен Данст, певица Аврил Лавин, Селена Гомес и многие другие. Всего 60 ярких представительниц шоу-бизнеса преступника ищет киберполиция. Богатые и знаменитые тоже делают это. Откровенные селфи. В чем теперь убедились миллионы пользователей интернета. Хакер под ником Тех Семенов обнародовал на форуме голую правду о звездах Голливуда. По неподтвержденным данным, доступ к интимным снимкам актрис киберпреступник получил, взломав фотохранилище и получив доступ к телефонам известных артисток, в том числе обладательницы Оскара Дженнифер Лоуренс. Кинозвезда, которая явно довольна своим внешним видом, решила, ничего не скрывая, запечатлеть себя во всех комнатах своего особняка. Поклонники поначалу решили, что это банальный фотошоп. Однако комментарий официального представителя актрисы развеял все сомнения. Адвокат Лоуренс подтвердил кражу и уже готовит иск. По всей видимости, в ближайшее время суды Калифорнии будут завалены подобными делами. Ведь в общей сложности хакер взломал телефоны 60 знаменитостей. На этом фото, например, все узнали Кирстен Данст, актриса запечатлела себя в кровати. А вот, наверное, самые приличные кадры, сделанные актрисой и моделью Кейт Аптон, обладательница не самой низкой позиции в списке миллионеров Forbes, позирует перед своим бойфрендом, бейсболистом Дастином Варландером. Ты такой талантливый и потрясающий. Без тебя я бы никогда этого не сделала. А еще ты гораздо круче меня, умнее, веселее и симпатичнее. Потом камеру берет сама Аптон. Вот она уже вместе со своим бойфрендом. Подруга Джастина Бибера, молодая певица Селена Гомес, также не смогла надежно защитить свои снимки. Впрочем, реальное существование этих фотографий некоторые из невольных участниц откровенной галереи опровергли. Эти так называемые мои снимки в стиле ню поддельные. Всю эту историю нужно прекратить прямо сейчас. Хакер в интернете объявил, что за так называемые биткоины, виртуальную валюту, готов опубликовать фотографии и других, более популярных кинозвезд. Полицейские сейчас пытаются вычислить компьютер, на котором работал злоумышленник. Этим займутся специалисты, которые 2 года назад установили кибермошенника, разместившего в интернете частные фото актрис Скарлетт Йоханссон и Милы Кунис. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Анна Финогина, Алексей Клюкин, телекомпания НТВ.